А Балаки на Добиши зеленые топы и Яковлева Стругова желтые топы. Плюс 3. И тайм-аут берут. Светлана Холодная, Елена Пеленова. Уступает 3 очка по ходу тайбрейка. В следующем матче, дорогие друзья, на центральном корте, на корте номер 1. Кстати, будет очень интересная игра. Уважаемые любители пляжного волейбола, наша прославленная, опытная, мастеровитая пара Анастасия Барсук, Мария Прокопьева, представляющая волейбольный клуб в Москве, сыграют за командой, представляющая волейбольный клуб «Энергия», команда ВТБ, Ольга Мотрич, Мария Ушкова. Это будет по окончании матча, который идет сейчас на корте номер 1. Будет с большим интересом смотреть матч, где сыграют действительно очень сильные спортсменки. Ну и интереснейший матч мы с вами наблюдаем, дорогие друзья, сейчас. Первую партию выиграли сестры Макагузовы, вторую партию просто потрясающим образом вытянули. Холодова и Федюнова, проигрывая 16-19 в концовке второй партии. Ну а сейчас 7-4 на тайбрейке в пользу сестер Макагузовы. Плюс 3. Ну что ж, до 4 очков предоставит преимущество сестер Макрагузова на тайбрейке. 8-4. Ну что ж, уже до 5 очков возрастает преимущество Надежды Макрагузовой и Екатерины Макрагузовой. Плюс 5, 11-6, до 15 набранных очков, напомню, играется Надежда на подряд. И это великолепный блок в исполнении Надежды Макрагузовой. 12-6. Холомина и Федюновой. 7-13. Смена сторон.
Это точно вход. И это, дорогие друзья, 7 матчболов для сестер Макрагузовы. Отыгран, дорогие друзья. Первый матчбол делает это Елена Веденова. И счет 6 матчболов. Ну что ж, и со второго матчбола, дорогие друзья, выигрывают этот матч сестры Макрагузовы. Все мы их, естественно, и поздравляем. Благодарим за этот матч. Светлану Холодину и Елену Федянову. Красивая была игра, друзья. Победу одержали сестры Макрагузовы в 3 партиях. Ну что ж, пауза между... До следующей игры, будем говорить так, будет совсем небольшая. Еще раз напомню вам, дорогие друзья, в следующем матче встретятся Анастасия Басук и Мария Прокопьева, представляющие волейбольный клуб Подмосковья, против... Ольги Мотрич и Мария Ушкова, волейбольный клуб «Энергия», команда ВТБ. Ну что ж, ждать осталось совсем долго. Возможность пробуду хватить.
Я не знаю.
Москвы. Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые любители пляжного волейбола, все готово к началу очередного матча на корте номер один. И по традиции для начала зурийская бригада предстоящего матча. Встречайте, дорогие друзья, вас судья на вышке. Вадим Касинин, город Москва. Второй судья матча. Судья международной категории Ирина Горзаева, город Рязань. Представляем составы играющих команд. В белых топах девушки из волейбольного клуба Подмосковья. Под номером один встречайте Анастасия Барсу. И под номером два ее партнер по команде Мария Прокофьева. В зеленых топах девушки, представляющие волейбольный клуб «Энергия», команда ВТБ. Под номером один Ольга Модрич. Под номером два Мария Пушкова. Анастасия Барсу. Выводит свою команду вперед Анастасия со счетом 2-1 и отправляется на подачу. Ну а это уже блестящее действие в исполнении Ольги Модрич. 2-2. Красиво, розыгрыш, дорогие друзья, и точно в линию отправляет мяч в этом эпизоде. Второй номер команды «Энергия» Маюшкова. 3-2. Ольга Модрич. 4-2. Рвается вперед. Плюс 2 на старте этого матча. Модрич и Ушкова. Представляющий волейбольный клуб «Энергия». Ну что ж, первая смена сторон на первом корте состоится при счете
3-4. Одно очко преимущества дуэта Мария Ушкова, Ольга Модрич. Но на подаче Мария Прокопьева 3-4. Великолепно у сетки в этом эпизоде действует Анастасия Парсу. 6-5. Абсолютно равная борьба у нас по ходу первой партии этого матча. Ольга Модрич приносит очередное очко своей команде. И Ольга отправляется на подачу. Ну а теперь уже Ольга Модрич блестяще действует из сетки. 10-8, дорогие друзья. По ходу первой партии пользу дуэта Модрич Ушкова. Волейбольный клуб «Энергия», команда ВТБ. Oh,
таким образом, дамы и господа, счет равнялся 10-10. И одна из команд идет на технический как тайм-аут лидером плюс 1. Ну вот, собственно, Ольга Мотрич и Мария Ушкова уходят на технический тайм-аут лидера плюс 1 очко. 11-10 по ходу первой партии. Для Ольги Мотрич и Марии Ушковой. Плюс 2 по ходу первой партии.